мы с вами готовы смотреть как раз на ЦСКА. ЦСКА проведет свой второй товарищеский контрольный спарринг на сборах в Австрии, в живописном местечке Бад Тацмансдорф. В этот раз Капфендер. Но у ЦСКА не трили центральных защитников сегодня. Мы помним, что Ивица Олич предпочитал схему 4-2-3-1, а вот первый удар по воротам в исполнении Федора Чалова. С левой ноги, за пределы штрафной, и угловой мы увидим в исполнении ЦСКА. Еще раз смотрим по экрану нужный соперник. Удар по воротам ЦСКА. Марио Центино его наносил, и Чалов ускоряется здорово очень на правом фланге, голову поднимает, выцеливает партнеров, смещается в центр, он проходит, все-таки Чалов дальше штрафную, удар забивать надо. Чалов, ну забивать, вот теперь, и еще кто-нибудь ударьте, и Ахметов. Три удара в одной атаке нанес ЦСКА. Первый исполнял Бокинин, потом Чалов. Давайте все посмотрим. Нет, нам только финальную стадию показывают с ударом Ахметова. Недалеко от штанги пролетел этот мяч. Но до сих пор помнят Федор Чалов о том прекрасном сезоне с 15 мячами. Тогда, если не ошибаюсь, он лучшим бомбардиром вообще нашего чемпионата стал. Удар хороший, поворотом и штрафной. Но снова Гелиани свою команду выручает. Шкурин бил низом, бил прямо во вратаря. Илья Шкурин, 99. Ну, здесь замысел понятен, да? Если у Федора Чалова девятка, то у Ильи Шкурина прям классические девятки. И H2 на спине. Чалов классно комбинировал с Ахметовым. И ну, пора бы уже забить. Пора бы уже просунуть мяч в ворота после таких-то моментов. Давайте еще раз посмотрим. Чалов на Шкурина. И Шкурин. Чалов. Ну, Чалов пока интереснее всех выглядит на поле. Прям с кайфом играет. Чалов сам уходит. А Чалов, пора подниматься. Чалов, еще Чалов. Ну, ему ноги уже заплетали. Я не специально, Илюх. Че не дал-то? Вопрос от Илюхи Шкурина. Мандлер. Назад. И все, звучит свисток на перерыв на 44-й минуте. В 20 матчах 16 голов. Это много. Пушель. Прострел. О, это реакция, видимо, на игру в обороне. И удар. В краю штрафной. Но довольно далеко мяч пролетел. И от ворот, и от Данилы Бокова. И хорошо идет атака ЦСКА. Удар! И забить уже кто-нибудь! Но наконец-то! Прострел с фланга. И, кажется, это Эльзат Ахметов добивает мяч в ворота. Да нет. Мардишвили затолкал. Давайте смотреть, как все было. Вот такой своеобразный повтор, только финального удара. А кто ж так по флангу прошелся? Здорово. Вот что хочется узнать. Кто отправил мяч в штрафную? Смотрите, Обляков раз за разом веселится, куражится и кайфует, убирая вот так соперника на фланге, смещаясь в центр. Подача от Ндиаи. Не добирается Яковлев до мяча. И удар по вороту. Классный акробатический этюд. Исполнитель Константина Мардишвили ставит точку в этом матче. 1-0.